эффективные и безопасные методы лазерной коррекции близорукости, дальнозоркости и астигматизма. LASIK – это сочетание микрохирургического воздействия и эксимер-лазерной технологии. В ходе лазерной коррекции по методике LASIK используется специальный прибор – микрокератом, который предварительно создает лоскут из роговичной ткани, который отгибается, а лазерное воздействие проводится уже на внутренние слои роговицы. После лазерной коррекции зрение становится лучше за счет того, что лазер создает новую форму роговицы – естественные линзы нашего глаза, вследствие чего она начинает по-другому преломлять световые лучи. Они фокусируются на сетчатке, и изображение становится четким. Во время эксимер-лазерной коррекции по методике LASIK верхние слои роговицы не затрагиваются, а испарение лучом лазера оптически искаженных участков происходит из средних слоев роговичной ткани. Именно поэтому восстановительный период после процедуры коррекции короткий и достаточно комфортный для пациента. Современная офтальмохирургия располагает разными методами лазерной коррекции. Какой метод подходит именно вам, сможет сказать только врач после полной диагностики зрительной системы.